you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Replay, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулов, и сегодня у нас, в принципе, разговорные покатушки, и сходим на ВЧ. Стараюсь для вас выпускать рики по Amazing'у почаще, хотя трудно что-то такое прикольненькое придумать, но все-таки стараюсь для вас, поэтому обязательно ставьте лайки, потому что, блин, активность как-то упала вообще прям жестко. Мне это прям не нравится, поэтому покажите свою активность, обязательно поставьте лайк и напишите какой-то комментарий. Ну или досмотрите серию до конца, потому что... Просто досмотрите серию до конца и все. Так, красный... А, точно. Сделали же такое правило, что с 12 до 8 утра можно ездить на красный, поэтому мы спокойно можем проехать. Я заехал на ВЧ-2, я уже там был... И 1000 патронов апнул. Ну, там никого не было, как бы сейчас онлайн 41. Время сейчас... Давайте посмотрим. 5 утра. По моему времени сейчас 4 утра и 12 минут. Ну, в принципе, неважно. Сейчас мы едем на ВЧ-1. Попробуем там поворать патрончики, в принципе, потому что на ВЧ-2 я уже был. Там скучно, никого нету. Ну, когда я выходил, только приехал УПГшник, по-моему. Солнце или хрен его знает, короче. И все. А военных вообще нету. 41 онлайн. Ну, маловато, конечно, да. Но все же. Блин, как эта клава охрененно управляется. Блин, ждите просто видосик про клаву новую мою. Потому что, блин, это что-то с чем-то. Никак не могу снять. Постараюсь, чем быстрее, тем лучше. Просто надо ее протестить. Прям по полной, пацаны. Чтобы я вам рассказал. Именно подробно про нее, свои эмоции, свои ощущения, стоит ее покупать или нет, или стоит она вообще своих денег. Также я заехал в аптеку и купил себе две аптечки и маску. Маску надо будет одеть, потому что у меня звезды, 6 звезд, короче, и сейчас надо в столовку свою заехать, похавать, потому что аптечку не хотел использовать, две штуки лучше на всякий случай, а в столовке еще ли будет пожрать, как бы. Насчет конкурса я еще думаю, в принципе, когда его сделать. Сегодня у нас какое? 23-е, по-моему, число. Я думаю, либо 25-го сделать, либо уже 1-го числа сделать конкурс. Но нужно тоже бабосиков немножко подкопить. Совсем чуть-чуть. Вот еще моя столовая, кто не знает, можете приходить хавать. Я думаю, когда на ВЧ идешь, в принципе, ну, у вас там ХП не полное, можно зайти пожрать. Я всегда так постоянно делал, честно говоря. Так, и компотика можно так. Сакан компотика. Все. На 250 рублей пожрали, вообще заебись. Сейчас пойдем на ВЧ-1. Я все-таки взял Ямаху сегодня, а не Мерседес, потому что Мерси, я думаю, вам уже надоел, как бы. Да, поднадоел в Мерседесе, конечно. Бэха просто сломана. Я не стал ехать за ремкой. Хотя, блин. Давайте на ремку купим. Хотя ладно, хрен с ним, потом я куплю ремку. В принципе, сейчас давайте заедем на ВЧ. Блин, я никак не заеду, конечно, по-моему, да? А ну сейчас глянем. Так, все-таки я смог заехать вот через эту щель. По-моему, ее закрывали раньше. Что, снова открыли, я не знаю. Ну ладно, в принципе, не важно. Просто бежать аж туда, это так влом, пацаны. Просто влом. Именно, понимаете, у клавы моей механические... кнопки, как бы, не все, но именно основные это механические кнопки. И механические кнопки реагируют на, ну, на нажимание в два раза быстрее, чем обычные. Представляете, просто, ну, в два раза, чем обычные. Я вот, у них даже, ну, они короткоходные, поняли? Они не полностью углубляются, а наполовину. И они очень быстро реагируют, даже не ощущаешь, как нажимаешь вообще. Серьезно, ну. Смотрите, вообще быстро вот так вот можно. Он просто моментально реагирует, мне это очень нравится. Так, давайте зайдем. У них вообще патроны есть, мне интересно. О, есть, нихера себе. Да, я фул, но сейчас мы это исправим. Давайте что-то возьмем. Так, мак и гун. Давайте сделаем дигла. Я думаю, 200, да? 200 дигла и... Что у меня еще такое есть?
Ну, такое есть, в принципе, но... Это, блин, никак не могу шотган купить, пацаны. Ну, блин, конкурс надо делать, поэтому не буду себе ни хрена покупать. Но я думаю, 500 патронов хватит этой хрени. Так, пишем гунколер. И синий. Во, я думаю, нормально. Вообще четенько смотрится. Давайте патрончики пофулим. Кто не знает, как быстро брать патроны, пишите просто FPS лимит и 90. У меня оно, в принципе, включено. Вот такая вот команда. И у вас будут быстро патрончики браться вообще четенько. Я помню, как я играл там, когда еще УПГ был с чуваком, короче. И мы за ночь тупо вынесли все патроны отсюда. Тупо было минус один. Я даже скринил, но я скрин удалил, к сожалению. Я бы вам показал. Серьезно, было патронов минус один. Это мы за ночь вынесли. Вообще жестко было. У меня еще наркозависимость, блин, 49. По-моему, ломка начинается с 50. Мне еще один раз юзнуть, и все, и пиздец. Поэтому надо будет вылечиться. Ну, блин, 10 тысяч, по-моему, одно лечение стоит. Ну, блин, помню, подписчик был, у меня лечил недорого. Теперь, блин, дорого будет. Надо будет еще заехать за металлом обязательно. У меня дома-то полный шкаф, но с собой надо, чтобы все было. Это важно. Вот, патрончики, наркотики, у меня 198. Вот номер, кто не знает, мой. 17 уровень, 33 из 68. Наконец-то деньги на телефон кинул, потому что я больше недели... У меня был пустой телефон, ноль. Просто я не мог никому позвонить. Ну, хотя 3 дня не играл, но ничего страшного, думаю, нормально все. Буду стараться почаще выпускать видосики, но по родине я снимать видосики и играть там буду чаще. Говорю сразу, потому что... Пока не вышел ГО, пацаны, я думаю, лучше поиграть на другом проекте, потому что хочется чего-то нового, понимаете? Чего-то другого. Потому что, ну, каждый день то же самое, понимаете, на Мазинге. Каждый день все то же самое, без изменений. Ни хрена не добавляют. Мне нравится серый топ, вообще, я люблю его. Но, блин, скучно просто играть уже. Ну, реально, мне скучно играть. А на родине, ну, как бы разнообразие. Совсем все другое и так далее. Поэтому относитесь к видеороликам по родине нормально, пацаны. Ставьте просто лайкосики. И кто желает, можете ко мне присоединиться. В принципе, не забывайте только мой ник вводить при регистрации. И будем играть вместе, как бы. Я часто играю, поэтому можете часто меня найти. И мой номер, в принципе, есть в описании под видеороликами родины. Можете меня спокойно брать, я приеду к вам. И мы покатаемся, подкину вам денежек. Поэтому относитесь спокойно к родине. Серии по Мазинге будут, но не так часто. Но будут серии по родине часто. Вот и все. А так я не собирался уходить. Не собираюсь, если что, с Мазинга. Как бы некоторые мне писали, типа, что ты не снимаешь? Типа, ты что, ушел оттуда? И так далее. Нет, я не уходил. Просто я решил поиграть на другом проекте немножко. Когда выйдет глобалка, уже будут топовые видосики, и видосики будут выходить часто. А так, ну нечего снимать, что мне вам снимать? Я снимаю, если есть идеи, я снимаю, вот. Видосик снимаю, придумал. Вот я и снимаю, в принципе. А вы просто поддержите лайком. Просто я готов выпускать серийки спокойно, но вы ставьте лайки, блин. У нас 7 тысяч на канале, и лайки вообще, ну, мало очень. Давайте как минимум под каждым видосом по Мазингу по 100 лайков я буду чаще выпускать. Потому что, блин, я вылаживал раньше по 2-3 видео, ну, блин, там вообще просмотров мало, лайков. Вы просите Мазинг, ну, блин, я снимаю, вам то не нравится, то хрен его знает, серьезно. Либо просто пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я снимал, и все. Я это буду снимать. Кстати, напишите, снимать ли будет дальнобойщика, пока я не в фракции, как бы. И, блин, что-то мне тоскин уже как бы надоел немножко. Ну, серьезно, надоел. Ну, не нравится мне что-то. Надо будет другой купить. Так, кстати, не забывайте, что у меня есть фома своя на сервере. Сейчас только я. Что-то у нас, ну, онлайн в семье упался. Прям раньше был под 50, сейчас, блин, вообще маленький. По 10, по 15. Не знаю, с чем это связано, но надо будет собесы делать. Обязательно. Сделаю, наверное, собесы. Либо стрим посвящу этому. Ну, просто есть некоторые неадекваты, какие мешают, вот в чем проблема. Ну, думаю, прорвемся. Ничего страшного. Ничего страшного.
Так, а как там команды вообще какие-то есть по семье еще? Команды. Семья. Фо, ага. Изменить игроку ранг в семье. Покинуть своему принять игрока в семью. Ну блин, я не буду никого в офлайне, в принципе, трогать. Вот смотрите, я пропишу фофу, просто охренеть. Сейчас аж, видите, лагануло, аж просто жестко. Видите, я не могу даже до конца долистать. Просто смотрите, сколько нас здесь много. Просто много. Блин, и замы, блин, просили все замки, как бы, говорили, я буду делать наборы и так далее, но ни хрена никто не делает. Почему-то. Я думаю, буду таких снимать и набирать других, потому что, блин, зачем было обещать тогда? Серьезно, ни разу видел, чтобы кто-то там кинул объяву, типа, что в семью делает набор. Там поначалу, там, 2-3 дня, да, а так уже ни хрена, блин. Как бы, зачем было просить замку? Я мог и сам так себе делать. Раз, блядь, в год пообещать и все. А так, блин, нас до хрена было реально, очень до хрена. Прям такая толпа была, вообще даже нельзя было вниз посмотреть нормально. Ну, в принципе, может школа, там все дела. Либо кто-то уже не играет, ну хрен знает. Ну было прикольно, конечно, когда нас было много. Такой движ был в чате вообще. Было прикольно. Кстати, насчет фракции, я еще не определился, я читал комменты. Вы писали на ВЧ 2 идти. Я, кстати, думаю на ВЧ пойти, но, блин, еще не знаю. Потому что, ну, у меня военного билета нету, конечно, я бы мог его задонить, купить, как бы. Или я его уже купил, я не помню, стоп. А, нет, у меня его нету. Вот в чем проблема еще, да. Поэтому, блин, мне нужен военник, пацаны. Вы писали еще идти в ДПС. Ой, в ППС, ППС. У меня в ППС еще не был, кстати, и на ВЧ еще не был. На ВЧ 2. Ну, ВЧ 1... Говорят, что, ну, короче, посмотрите видосик у Тимохи, вы поймете, почему на ВЧ-1 не хочу идти. А, что вы там еще писали? Писали в ТРК-Р. Ну, блин, почему я не хочу в ТРК? Да потому что там скучно, там нечего будет снимать. Да, там можно пофармить бабло, спокойно, да, вообще, ну, на изи. Но, блин, я не хочу. Там просто нечего будет снимать. Там, ну, я буду снимать, как я редачу объяву или что. Ну, серьезно, блин. И я не уверен, что вы это будете смотреть. Тоже там пишите в комментариях, в какую фракцию мне пойти. А то я еще не определился. Ну блин, если идти в, ну, в ППС, допустим, да, мне нужен военник. Это либо донить, понимаете? Ну, мне-то, может, это не составит труда. Ну, сейчас киви пустой, конечно, но... Думаю, найду 100 рублей, чтобы купить. Или сколько военник стоит вообще? Донат... Так, военный билет. 100 рублей он стоит. Не знаю, блин. Либо пойти на ВЧ, докачаться до 5 ранга, получить военный билет, и потом уже пойти в ППС. Ну, блин, это качаться до 5 ранга, это пиздец сколько. Хотя сейчас X2, но я не думаю, что долго очень будет. До конца месяца, думаю, и все. Поэтому я хз. Буду думать, ну вы пишите, предлагайте, куда мне пойти. Так, теперь попробуем также выехать отсюда. Надеюсь, это получится. Давай. Оп. Зашибись, просто выехали. Ну реально, блин. Вот Yamaha тащит, можете на скутером там проезжать. Может это, ну, можно считать это багаюзом, конечно, но блин. Надо закрывать дырки тогда. По-моему, она раньше была закрыта, я точно не помню. Ну, вроде ее закрывали, я потом пробовал, помню, проезжать, но это давненько было, и она была закрыта. Сейчас, походу, ее обратно открыли. Так, давайте я куплю ремку. Так, у меня... Так, давайте снимем. Денег. Сколько мне нужно? Так, снять. 15 тысяч снимем. Я думаю, хватит. Но все-таки как-то мне не хватает ОПГ, пацаны. Блин, я как-то к нему привык сильно. Вот мне в ОПГ реально было по кайфу. Ну, блин, снова идти туда я не хочу. Тем более, вроде лидеров нету, как я понимаю. Может, нет, кто знает, если есть уже лидеры в ПГшках, напишите в комментариях. Потому что я не знаю. Ну, блин. Идти снова в ПГ, блин. Ну, серьезно. Ну, блин, я уже там сколько серий снял. Я думаю, вам это не будет интересно, поэтому я отброшу эту идею. Ну, в мафию, блин. В русскую разве что идти, потому что в итальянской я уже был, блин.
И на основе, ну, и на своем деактивированном аккаунте был 100 раз там, блядь, и... А, ну да. На основе я только и был. Ну, блин, мне итальянская мафия что-то не очень. Может, русская чем-то отличается, поинтереснее, хрен знает. Но там лидер просто отсырял срок и, по-моему, на дымку поставили. Поэтому я хз. Ну, блин. Не знаю, просто мне главное, чтобы вы смотрели, и чтобы это было мне интересно, вам интересно, чтобы там было что поснимать. Вот такую мне фракцию надо какую-то выбрать. А какая-то фракция, я хз. Говорят, что ВЧ, потому что там можно будет отбивать, как его, склад от, ну, бандитов, так сказать. Конечно, блин, не очень прикольно будет своих стрелять, потому что я как бы таким самым был бы. Но есть проблема вообще в том, чтобы вступить в, ну, на военную часть. Номер 2 именно. Если буду идти, то, наверное, на вторую больше всего. Если там лидеры, конечно, есть. Проблема в том, что у меня 6 звезд. Мне их надо как-то снять. Либо также донатом. Либо хрен его знает, серьезно. Либо найти какого-то мусора, чтобы меня посадил. Но, блин, час сидеть тоже, конечно, не прикольно. Конечно, я могу как-то, блин, сейчас это сделать, пока ночь, чтобы до утра сидеть. Ну, хрен знает, серьезно. Я хз, блин, я не могу решить, какую фракцию идти, потому что, блин, я, допустим, выберу сам какую-то фракцию, блин, вы не будете смотреть, вам не будет нравиться. Поэтому я вас спрашиваю всех. Мне как бы нужно мнение каждого, и потом я уже по комментам посмотрю, что вы именно хотите. Можете там друг другу ставить лайки, кому нравится там идея, куда мне пойти. Либо если там будет там 3 за ППС, там 2 за ВЧ и так далее. Ну, блин, я думаю, на ВЧ лучше пойти. Ну, блин, этот военник сраный. Надо где-то достать. Если я не пойду на ВЧ, я пойду в ППС, допустим. Но меня приглашали еще в ДПС. Но в ДПС я уже был, но на основе. Как бы, поэтому я хз. Наверное, это, блин, первый раз, когда я реально не могу решить, в какую фракцию мне пойти. Но я не был на ВЧ, мне было бы интересно там побыть. Там как бы система повышения идет по пейдеям. Ни от кого не зависишь до 5 ранга. Но, блин, могут меня, мне варн дать, либо уволить, и, допустим, у меня там будет 4 ранг, я получу варн, либо меня уволят, и все время будет потрачено в жопу. Поэтому, блин, это опасно. И надо звезды снять, вот именно, это тоже главное. Но думаю, блин, вот точно, куда мне не стоит идти, это ТРК и СМП. Ну, серьезно, точнее, СМИ и СМП. Вот сюда я не хочу идти, на самом деле, потому что, ну, там будет скучно, пацаны, ну, блин, ну, вы сами понимаете, в СМИ, что вы делаете в СМИ? Тупо редачите объявы. Что вы делаете в СМП? Тупо лечите людей, понимаете, но это неинтересно. Блин, аккуратненько. Ну, вот, допустим, в УЧ там, блин, возить патроны, отбивать склад от этих, потом, ну, что-то еще можно придумать, не знаю. Что-то еще можно будет придумать, конечно. Ну, вы, думаю, суть поняли. То, что надо такая фракция, чтобы вам было интересно и мне было что там поснимать. Понимаете? Ну, конечно, блин, я не против насчет хост-фракции. Но, блин, все равно у меня нету военного билета, чтобы пойти в ДПС или ППС. Ну, блин, если вы очень захотите, я его куплю. Это не проблема, думаю, будет. Я, в принципе, найду где-то деньги и куплю его. Этот военный билет за 100 рублей. Ну, а насчет других, ну, не ДПС, ППС фракции, то я могу без военного билета туда вступить спокойно. Блин, что-то у меня игра иногда сворачивается сама по себе. Я не знаю, чем это связано. Кто знает, можете написать, потому что, блядь, это так бесит просто. Во-первых, запись обрывается, начинается заново. Во-вторых, бесит, просто бесит. Не знаю, блин, может это я случайно клавишу нажимаю, когда еду, хотя навряд ли, блин. Давайте заправим нашу бэху. Напишите еще в комментариях, нравятся ли вам вот такие разговорные серии, спокойненькие, в принципе, ламповые, где я рассказываю что-то о себе, что-то важное там и так далее. Напишите, блин, в комментариях, может быть, такое сделаем. Я еще думал насчет того, чтобы проводить всякие блядь.
соцэксперименты какие-то, знаете, типа админов там репро задать вопросы и так далее. Напишите в комментариях, нужно такое снимать или нет. Пацаны, не ходите в это казино. Это казино принадлежит одному дауну. Какой меня вечно дэмит на стриме. Ну, думаю, понимаете, о чем я. Просто обоссыть ему дверь и не ходите в казик вообще. Ну, вообще не ходите в казик не из-за того, что это бизнес того пидораса, а из-за того, что, ну, нахер надо. Я по себе понял, что, блин, казино это такая злая вещь просто. Я столько ли там денег проебал. И из-за этого мне пришлось донатить 1000 рублей. Да, именно так. Да, надо зайти в это священное место, просто... Блин, я машину не заглушил. Просто я скиллы как бы качаю, поэтому, пацаны, в будущем это пригодится, я думаю. Так, давайте заглушим, чтобы нитро не включилось. И многие пацаны спрашивали раньше, сейчас уже вроде не спрашивают, типа, зачем ты заглушишь машину через Йен, можно через КТРЛ? Бля, я уже, я, наверное, блин, так задолбался на этот вопрос отвечать. О, видите, мне теперь 3000 платят, пацаны. Поэтому учитесь, советую вам использовать ту же тему, что я, потому что, блин, так можно докачаться и до 11000. Тем более багом можно этим заниматься 2 раза, представляете? Ну, что вам трудно там зайти на 5 минут, 2 раза просто это сделать, и, ну, за месяц можно реально, я думаю, 5000 даже накачать, и то будет неплохо. Я знаю, пациенты по 7,5 получают, по 10, поэтому эта штука полезна. Тем более, ну, вы там на грузчике будете пахать 5 минут, а здесь просто, ну, все за вас делает анимация, как бы. Как бы это дебильно звучало, но, блин, это все равно выгодная хуйня и полезная, поэтому советую вам делать то же самое, только в игре, если что. И думаю, блин, можно реально скилл накачать. Я вон 500 рублей накачал за неделю где-то, да, за недельку где-то. Ну, меньше, просто я еще не особо сюда ходил, забывал. Поэтому советую. Так, все. Как использовать баг? Смотрите, просто прыгаете на чекпоинт и нажимаете Alt. Прыгаете, нажимаете Alt. И можете сдать еще раз. Но это работает только вот один раз, как бы баг. Вы можете всего лишь 2 раза... этим заниматься в день. И, кстати, этот процесс как бы происходит тоже в АФК. Вы можете просто прийти, встать на чекпоинт и выйти в АФК, там, не знаю, в ВК посидеть, видосик какой-то глянуть. И он будет все делать за вас, как бы. В АФК тоже все считается. Я думаю, многие там будут думать, ты что, дурак, ебать, что гонишь, ебать, таким заниматься, типа, и так далее, что ты бредишь. Ну, блин, чуваки... Понимаете, ну, можно спокойно за неделю прокачать, ну, один скилл, можно сказать так. Вроде бы один скилл это 10-15 раз сделать вот это. Ну, как бы, тем более, блин, как бы, 5000, ну, у меня 6000 дается. А вам пока что будет даваться по 2500. Если использовать, тем более, ну, бахан 2 раза делать, то, блин, можно прокачаться намного быстрее. Ну, за неделю, я думаю, если каждый день, то можно спокойно прокачать скилл. За месяц, ну, вы там будете получать где-то, ну, так, ну, где-то по 4000, 4,5 будете получать. И 2 раза делать, ну, 7000, 8 будете рубить, понимаете? А прикиньте, ну, полгода вот так вот, будете там по 10, по 15 тысяч рубить. Ну, как бы, это нормально, пацаны. Это просто получить, как бы, 5000, допустим, те же. То есть, ну, с нуля, как бы, вот 2 раза багом попробуйте. 5000, то, что вы просто стоите на чекпоинте, нихуя не делаете, я думаю, это вполне себе нормально. И это, этим нужно пользоваться. Это вам, блядь, не на водолазах хуяли, там, блядь, 3 километра, чтобы 2 ящика взять. Получить за них, там, 500 рублей или сколько. Серьезно, блин, конечно, да, это, ну, можно делать только 1 раз в сутки, ну, точнее, 2 раза, если с багом. Но, блин, думаю, оно лишним не будет, как бы. Я сам об этом забываю, но, блин, я думаю, стоит все-таки это использовать, и я буду стараться заходить каждый день и качать скилл, чтобы потом рубить бабос. Прикиньте, вы по 10 тысяч будете получать, вот так вот, ну. Тем более, багом будете 20 тысяч получать. Я думаю, это вполне себе хорошо.
Ну, думаю, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Кто хочет, можете вводить мой ник при регистрации, в принципе. На этом у меня все. Ждите новых серий. Обязательно ставьте лайки. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.